Мина, а что это за дерево вот с розовыми цветами? Как розовые? Да. Не знаю. Уже в нескольких отелях я такие видел. Практически нет листьев, одни цветы. Красиво. Да. Где-то вот там слева, она сказала, затопленный город, на который все ездят понырять. Что за затопленный город, Мина? Где катера или где? Где все ныряют. Вон это Sunrise Romance, который рядом там. Нет, никак. Это стандарт. Все тут простенько. Видимо, стандарт с видом на море. Ну, у вас какая-то шутка, я же не понял, не слышал. Раз Юля смеется, значит, шутка хорошая. Это категория шале. Ой, тут кто-то еще есть, я думал, уже все ушли. Комментировал. Ну, тут, конечно, намного лучше, чем то, что мы смотрели в стандарте там. В корпусе. Побитенькая, да? Огонь вот отходят, краска там соданная, такой диван подёрнутый, мне кажется, он там где-то лежит, он там бывший какая-то. Ну, впечатление об этом отеле, не знаю, так себе. Так себе, так себе, так себе. Thank you.
русские. Снимаешь, да? Слушай, погоди, выключи.